Миллионы людей в Северной Англии с тревогой ждут новостей о том, насколько будут ужесточены ограничения из-за распространения коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр Борис Джонсон объявит о введении новой трехступенчатой карантинной системы, предполагающей закрытие заведений общепита, баров и пабов, сведение к минимуму контактов между людьми в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией. Именно Север Англии, подчеркивают СМИ, коснутся самые строгие меры. Здесь многие считают это несправедливым. Кабинет Бориса Джонсона критиковали за то, что он не ведет диалог с регионами, в которых будут действовать жесткие ограничения. Обвиняют власти в том, что они используют Север в качестве испытательного полигона в борьбе с пандемией. Сейчас Джонсон обещает проводить больше консультаций и выслушивать мнение местных лидеров. Что поразительно, если взглянуть на карту, становится очевидно, люди, живущие в исторически менее благополучных районах на Севере, сворачивают свою социальную жизнь, в то время как жители более богатого юга продолжают встречаться с друзьями и с семьей в тех же барах. Впрочем, это может и измениться. Научные консультанты правительства на днях предупредили, возвращение к общенациональной изоляции может оказаться необходимым, если зимой потребуется ослабить нагрузку на больницы.